вміти – літати, як птах, чи плавати, як риба? Літати, як птиця, ну, думаю, опасно. Ну, а як риба, тебе рибак словить. Лучше быть птицей. Летать как птица, потому что я люблю вертолеты и самолеты. Плавать как рыбка. Ну, потому что рыбка плавает под водой, очень красиво на них смотреть. Они так красиво всякими дельфинами плавают, так красиво шевелят хвостиками. И мне бы тоже хотелось находиться очень долго под водой. Летать как птичка, потому что так будет и быстрее, и... все лучше ты будешь видеть. Не знаю, мне нравятся красивые рыбы, поэтому я бы хотела больше плавать. Я вообще рада, когда я вижу какие-то красивые рыбки, кораллы красивые, поэтому я больше бы хотела плавать. Я бы хотела плавать как рыба, потому что рыба может дышать под водой и в научных исследованиях это будет очень-очень хорошо. Плавать как рыбка, потому что рыбка может же дышать под водой. Ну, и дышать под водой – это очень, как бы, круто. И еще я люблю саму эту Атлантиду и воду вообще. Не знаю, я бы то и то хотела. Летать? Это как бы быстрее, так интересно. А плавать это, ну, а еще летать можно играть в прятки, например, залететь куда-то за облако или в листья деревьев. Еще плавать, мне нравится очень плавать, и я очень глубоко ныряю, но я бы хотела, как рыбка, дышать под водой и видеть всю красоту морского дна. Приватний комплекс безперервної освіти «Школа Ейдас» – це ексклюзивний інноваційний підхід до освіти. В Ейдасі кожен учень розвиває свої таланти і внутрішні ресурси, пам'ять, творче мислення, високий рівень знань з предметів, психічне та фізичне здоров'я. Професійно-педагогічна команда втілює мрію батьків про успішне сьогодення та майбутнє їх дітей. Саме в Центрі інтелектуальної творчості та дитячому садку «Ейдас» протягом багатьох років доводять, що неталановитих дітей не буває.